Следователем Владивостока окончено расследование уголовных дел в отношении 46-летнего жителя дальневосточной столицы, обвиняемого в совершении наркопреступлений и незаконном хранении боеприпасов. Сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков Управления МВД России по Приморскому краю пресечена противоправная деятельность жителя Владивостока, осуществлявшего незаконный сбыт наркотических средств каннабисной группы. Задержание 46-летнего жителя города Владивостока проходило при силовом обеспечении отряда специального назначения «Гром». В ходе обыска по месту жительства в квартире фигуранта обнаружено 30 граммов гашишного масла, а также 16 патронов пистолета «Макаров». Следователям окончено расследование уголовных дел по четырем эпизодам противоправной деятельности. Это сбыт наркотических средств в крупном размере, покушение на сбыт наркотических средств в крупном размере, незаконное хранение наркотиков, а также незаконное хранение боеприпасов. Расследование окончено. Фигуранту грозит до 20 лет лишения свободы.